Операций по трансплантации становится все меньше в Казахстане. Все это на фоне роста количества нуждающихся в новых органах. Об этом заявила депутат Гульдара Нурумова в Мажилисе. Граждане, которым нужна пересадка какого-либо органа, сталкиваются с многочисленными проблемами. Одна из них – дороговизна операции. Сейчас в листе ожидания состоят около 4000 пациентов, в их числе 90 детей. При этом большая часть из них нуждается в донорской почке. А 320 человек выбыло из списка по причине смерти, так и не дождавшись своей очереди. Парламентарий призывает разрешить на законном уровне трупное донорство и трансплантацию от неродственных доноров. А пока казахстанцы едут делать дорогостоящие операции в другие страны. Но за рубежом в первую очередь предпочтение отдают своим гражданам. В связи с тем, что нет четкой презумпции согласия на изъятие органов у трупов в законодательстве, посмертное донорство в настоящее время не развивается. Практически трансплантация проводится только от родственных доноров. Основная причина стагнации этой отрасли в Казахстане – нехватка донорских органов, в особенности посмертных и неродственных донорских органов.